Первая ракета с человеком на борту взлетела в Кольцово. Гагарин говорил, что не было бы моего полета, если бы не было вот этого полета Бахчеванджи. Я желаю всем, чтобы ваши дети обязательно посетили как космический состав, так и планетарий Екатеринбург, чтобы в их сердцах, так же, как когда-то в наших сердцах, зажглась страсть к космосу, страсть к неизведанному, страсть к полетам. У метрополитена и у космоса, у космической техники много общего. Это и архитектура вот этих туннелей очень сильно напоминает нам космические модули, космических станций. И атмосфера здесь всегда зимой и летом одна и та же сохраняется. Также у нас на станции. Это очень символично. Есть связь, большая связь, тесная связь метрополитена и космоса. Я хочу пожелать Екатеринбургской подземке скорейшего расширения, чтобы такие космические поезда, либо какие-либо другие, ездили по гораздо большему количеству станций. Поехали! Thank you.